Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим курицу с морковью и зеленым горошком. Для приготовления нам потребуется 750 грамм курицы. Можно взять целую курицу, порезать ее на части. Я взяла куриную голень. Крупная морковь весом 150 грамм, банка консервированного зеленого горошка весом 400 грамм, 200 грамм сметаны 20% жирности, 2 столовые ложки подсолнечного масла, чайная ложка соли и 1/3 чайной ложки черного молотого перца. В чашу мультиварки наливаем масло. Готовить буду в мультиварке Red Solution M800. Выбираем режим жарко, ждем 2-3 минуты, чтобы масло хорошо нагрелось. Масло нагрелось, отправляем обжариваться курицу. Я кожу с курицы сняла, но в принципе можно жарить курицу и с кожей. Обжариваем курицу с каждой стороны по 5 минут. Прошло 10 минут с момента жарки курицы. Добавляем натертую на крупной терке морковь и жарим еще 2 минуты. Общее время жарки 12 минут. Время жарки закончилось. Добавляем горошек вместе с жидкостью. Добавляем соль, черный молотый перец и сметану. Все аккуратно перемешиваем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution M800 на режиме тушения 20 минут. Вместо режима тушения можно использовать мультиповар 110 градусов, также 20 минут. Время истекло, курица готова. Вот такая замечательная курица с очень вкусной подливкой получилась. Такая курочка будет отлично сочетаться как с картофельным пюре или отварным картофелем, а также подойдет гречка или рис. Второй рецепт. Приготовим куриную голень с гречкой в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 750 грамм куриной голени, 2 полных мультистакана гречневой крупы, это 280 грамм, 4 мультистакана воды, это 640 миллилитров, 40 миллилитров соевого соуса, чайная ложка соли с горкой или соль по вкусу, пол чайной ложки сухого имбиря, пол чайной ложки приправы для курицы. В чашу мультиварки выкладываем курицу, добавляем соевый соус, добавляем соль и специи. Аккуратно перемешиваем курицу, чтобы соль, специи, соевый соус все распределились равномерно. То есть каждый кусочек курицы был обмазан. Добавляем промытую гречку. Разравниваем гречку поверх курицы ровным слоем. Заливаем это все холодной водой. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red M800 на режиме рис-крупы. Добавлю время, нам необходимо 45 минут. Время истекло. Во время приготовления каша пропиталась вкусом и ароматом курицы. Во время приготовления не только курица, но и сама каша пропитывается ароматами и вкусами специй. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!